Хотя я на кладбище, ну, не знаю, много людей сегодня, меня вряд ли поймут. Если снимаю, зачем снимаю? Вот правило прийти на кладбище, познакомьтесь. И все, я пошел. Старушка какая-то. Старушка, что такое? Мститель, буду гулять по кладбищу. Смотрите, как здесь красиво. Что-нибудь с могилки. Цапко. Так. Смотрите. Какие тут деревья? Чтобы с обратной стороны. Я думаю, реально там молодая. Такие вот. Храм красивый. Вот свежие могилы. Смотрим. Тоже свежий могил 18-го года, свободный. Ну что, памятник не сделаю. На городе тоже. Сделан цивильно, красиво. Тоже без крестов. Вот сначала, видимо, крест ставят, а потом уже ставят памятник. Вечная память Шубарин Геннадьевич. 2018 году скончался. Со стороны мотива женщина. Кем работал? Похоже, где-то на железной дороге. Судя по всему, муж с женой. Нет, это, скорее всего, сын. Еще разные фамилии. Не посмотрел. Вот такой свежачок. Рюмка зачем-то. Вот такие надгробия. Но это не совсем старая могила 2007 года, но, видимо, похоронили и забыли. Венки старые уже высвечу. Вену, точнее, не два венка, а старые высвечу. И все. Забыли. Ну тут тоже. Это искусство, но тут ухаживают. Тут 2007 года. Вот у нас. Так, вот конец кладбища. Крайне кладбище. Тут тоже такая посвежение. 2005 года. Забор сделали из камней. Да, тут вырыли уже кого-то. Северика Валерий Николаевич. Кстати, очень знакомое лицо. Где-то я его видел. Умер в 2006 году, но лицо знакомое. Может, типичное похоронение. Ахилл Владимир Иванович. Ой, умер молодым. Тоже интересное лицо. Ровно 50 лет. Мне издалека привлекла вот эта могила. Сейчас подойду, посмотрю. Поискал, судя по всему, моряк. Корабль, чайка. Все так сделано цивильно. Забора нет, но вот. Стол. Впрочем, тоже свежий могилка. 76-го рождения. Так, не забыли совсем. Ну вот удаление такое надгробие. Красивая женщина. Дальше есть.
Интересное кладбище. Это довольно странно. Сулейманов или Скирабдуллаглы в 2006 году похоронен. Но где могила? Только столбик. Такой большой участок. Две могилки. Судя по фотографии, молодая. Мы традиционно муж с женой. И как обычно, муж умирает раньше. Нам включено 2 года. Такая традиция, как сказать. Ну, сколько замечаю, пока по кладбищу все время мужья умирают раньше жены. Очень редко, когда муж умирает позже. Такая отдаленная могилка. В 2012 году, и так давно умер. Такой обзор здесь красивый. Крест сняли, скорее всего, здесь крест стоял, но поставили памятник. С 6-й стороны там крест стоит. А кто это? Скорее всего, с креста сняли. Какая красота. Но сегодня почему-то просто раздражается эта молитва. Снимал немного, но странно. На все кладбище может не ходить. Есть две вещи на кладбище. Что все здесь сделано в основном уже по-современному. Кирпичи поставлены и дорогу рядом. Эти две вещи, наверное, очень нравятся. А так, очень даже хорошее место. Тут какие-то старинные. 15-й год, видишь? 9-й. Сделанный памятник, как советский еще стоит. Скорее всего, вот этот памятник, он им разбит. Здесь красиво сделано. И сейчас покажу еще одну могилку, которая мне понравилась. Могилка с самого места. Смотрите. Стол деревянный. Лавочку какую-то принесли. Вот крест цивильный. Тут крестик тоже хорош. А там просто памятник веселой женщине. Вот опять муж с женой. Но, как я и говорил, жена умерла раньше. Ой, точнее, муж умерла раньше. Причем лет на 20 даже. Там тоже семья. В 2013 году на 89-е. Ну, бывает исключение, конечно, но это редкость. Но жены переживают. Не знаю, с чем это связано. Такой моряк, скорее всего. Вот тут 13-го года смерть наступила. Я думал, это постарше будет. Ну, видимо, кладбище молодое. Очень молодое. 80-го года я видел эти захоронения, и все, вот. Там 60-х хотя бы годов. И здесь нет. Скорее всего, на старом Абрамыском кладбище они похоронены. Надо куда-нибудь съездить. Да вот, смотрите, сколько здесь. 6 Николаевы. Так,
Вот опять. Он то, скорее всего, муж женой. Если, да. Жена умерла позже. Хотя она и родилась в 29-м году, а он в 32-м. Но это, скорее всего, их сын. Тоже уже почил. Еще один сын. И, может, тесть. Его фамилия. Не тесть, а зять. Шабалин Вячеслав Михайлович. Ой, тишина наступила, как же хорошо. Пойду вот в красивом гробе. Тут надо купить капитан Данил Плавани. Тоже молодые покормили. Самое интересное, что есть младенцев не видел. Обычно на кладбищах, особенно старых, много детских могил. Здесь только все взрослые. Там красивый вид. Совсем свежая могилка. 29 апреля 2019 года. Сейчас 12 июня. День независимости, выходной. Я решил совершить такую прогулку по Минкино, кладбищу. Минкино, хотя Минкино ходил, будет отдельно. Вот большое исключение. Жена пережила мужа. А нет, муж пережил жену на 2 года. Бывают исключения, но редко. Вот такое улыбающееся лицо Кудряшов Сергей Николаевич. Такая семья Соколовых. И фотографии советские. Классно. Такой суровый, вот до 40 не дожил. Жалко. Что-то я не думал здесь. Картинка. Зачем? Зачем эта картинка? Через капитан похоронен. Тут сын с отцом. Хотя нет. Судя по отчествам, это, скорее всего, братья Виктор и Вячеслав Григорьевич. Этого крестика. Распятие на кресте хорошо. Так вот. Такой еще суровый. Нашел могилу младенца, годик. Через годик не полностью, когда он умер. 94-95 годы жизни. Когда я был маленький, любил гулять по кладбищам. Там оставили конфетки, печеньки, и я их себе спокойно собирал. В принципе, для этого их там кладут. Зачем еще нужны конфетки на кладбище? Тут целый город такой, поселок. Красота. Самой крайней могилки, там ранее, 94-го года. Я раньше не видел. Какой интересный. Мне кажется, он любил путешествовать. На фоне его река изображена. Или рыбак, да? Там 17-го года. Кажется, сейчас поближе потом. Да, 2017 года.
так и за ней кто не ухаживает. Хотя венки не выцвели. Может, не успели. Но там прям распятие. Ну, по правильному крест распятие еще будет. Ну, такой. Крест распятие. Кабаца фея Казимира. 8-4. Красивые картинки. С той стороны как будто ручки. Все вот эти. Какой стих. Теперь просто стороны. Ну, правда, снова для человека. Это его отец. Отец пережил сына. Там целая семья. Трое похоронены. Вот Аньки. Аньки пиши. Алла могила. Все уже выходы. Что вы дальше? Вон там интересные картины. Там мальчик. Я кушу хорошо. Может, я тоже пойду. Там семья семья. Девочка. Лежит. Резко снова.